«Заплати налоги и живи спокойно» – такую фразу не раз слышал каждый из нас с экрана телевизоров или динамиков радио. Но увещевания для половины анапчан прошли даром. Это показал проведенный в Анапе рейд, в котором приняли участие сотрудники налоговой службы, судебные приставы, представители городской администрации и инспекторы роты ДПС. В связи с тем, что 1 ноября подходит к концу срок уплаты задолженности по налогам, был проведен рейд по выявлению задолженности по налогам прошлых лет и задолженности по иным исполнительным документам, находящимся на исполнении в службе судебных приставов. Такие рейды проводятся регулярно, и по словам самих приставов, ни один из них не прошел впустую. Должники есть всегда, и попадаются они регулярно. В результате рейдов были выявлены должники, задолженности были погашены. В принудительном порядке. Не обошлось и без ареста имущества. Если должник не уплачивает налог в срок, установленный ему налоговым органом, после передачи исполнительного документа на исполнение в службу судебных приставов, помимо уплаты основного налога, с него еще взыскивается исполнительский сбор за несвоевременную оплату по исполнительному документу. Избежать уплаты обязательных налоговых платежей все равно не удастся, поэтому выгоднее заплатить налоги вовремя и спать спокойно, чем выложить сверх него дополнительные средства и мучиться бессонницей, думая, как восполнить семейный бюджет. Вадим Родин, Анапа регион.